Всем привет! На канале Рецепты Вредины мы приготовим пряную свиную рульку. У меня в ингредиентах в списке есть соевый соус. В наличии у меня, к сожалению, не оказалось, но вы его обязательно в приготовлении добавляете. Подготовим маринад. В отдельной чашечке смешиваем горчицу. У меня два вида горчицы – обычная и зернистая французская. Добавляем приправы. Количество приправ вы можете уменьшить по вашему желанию. Муж у меня любит очень большое количество приправ, поэтому эти рульки для него. Все очень просто. Смешали все специи, все приправы, перемешали. Повторюсь, не забудьте добавить соевый соус. Рульки не забудьте помыть, чтобы они были чистые. Нарезаем чеснок небольшими полосочками. По желанию можно их прям зубчиками целыми добавлять. Делаем надрезы. Их нож нужно взять с лезвием чуть пошире. Делаем надрезы и туда чесночок. И так в круговую. Чеснока не жалейте. Теперь обмазываем рульки нашими специями и оставим мариноваться. Чтобы рулька хорошо пропиталась, ей нужно примерно часов 6. Можно ее оставить на ночь. Теперь рульку упаковываем в фольгу. У меня 4 листа фольги, так чтобы сок никуда не убегал. Хорошо завернули и положим их на лист. Духовку разогреем на 220 градусов и оставим на час. Потом уменьшим температуру до 180 и еще будем запекать 1,5 часа. После 2,5 часов снимаем верхний слой фольги, поливаем соком и поджариваем, так чтобы появилась румяная корочка. Мясо получается очень нежное, пряное и вкусное. Очень вкусно. Обязательно попробуйте. Подписывайтесь на мой канал. Всем приятного аппетита!